Все работы, представленные на выставке, достояние галереи «Крымская авторская живопись». Руководитель галереи уверен, назрела потребность привлечь внимание к особой художественной ценности графики. Ведь многие воспринимают графические шедевры всего лишь как наброски, эскизы, но они вполне самостоятельны. Здесь в основном художники, ушедшие уже от нас, их нет с нами. Это художники середины 20 века, такие как Мирошниченко, Саушкин, Василенко, Наталья Васильевна, Шеметов, Озерников. Из ныне здравствующих здесь присутствует только работа Сухоруких. Организаторы выставки говорят, хотелось, чтобы снова были на слуху некоторые забытые имена. Так в экспозиции появились рисунки авторов, знакомых сейчас лишь узкому кругу профессионалов. Один из них – севастополец Владимир Озерников. Представлены его портреты в разной технике – японская тушь, карандаш, уголь. Достаточно редкий художник, редко попадается в коллекциях, а эти портреты даже сотрудники музея были приятно удивлены, что вот в галерее, в частной коллекции имеются такие работы подобные. Если королевы изобразительного искусства называют живопись, то графика, говорят искусствоведы, претендует по меньшей мере на титул графини. Познакомиться с графикой севастопольских художников приглашают всех желающих. Я думаю, что очень многим севастопольцам будет интересно посмотреть эту выставку, тем более она у нас совсем-совсем недолго продлится, недельку. Вот, и уже следующая будет выставка большая, масштабная, в двух залах. Это работы академика, профессора народного художника СССР Александра Шилова. Наталья Данилова, Денис Александрович, Севинформбюро.